Ого, ты посмотри на тучу. Ого, смерч? Похоже на смерч. И дождь. Еще так близко у нас радуга не была. Вот прям, можно сказать, в огороде. Радуга в огороде. Класс. Вот в огороде. И вот в огороде. Такая маленькая радуга. А я все сопала, и я вообще не знала, когда я пойду в тот роддом, ла-ла-ла. А я все сопала. Боже, сколько мне еще гектаров надо высыпать, чтобы тут родом попасть. Доброе утро, мои дорогие. Вот я всю ночь, после того, как все практически выпалало, просопало, я думала, честно, уже поеду в тот дом, который хотела. Уже собралась, пакеты все поставила. И схватки у меня прекратились. Опять мне это не очень нравится, потому что они у меня начинают периодически через 10 минут, а потом опять прекращаются на ночь глядя. Но я уже не поехала в роддом, потому что знаю, что все равно вызывать они мне их не будут. Вот, а лежать в больнице мне тоже не очень хочется, при том, что карантин. Поэтому посмотрим. Там еще надо будет сегодня съездить на огород. Посмотрим, как, что и до чего. Сейчас коровку выгоню. Уже подоила все. Ноет живот, ноет, тянет. Не знаю, почему так. Вроде шестая беременность, должно все пройти очень быстро. Вот. А как-то так все странно происходит. Я думала, вообще отстреляюсь очень быстренько. А нет. Тянется, тянется время. Я еще так давно, так долго не ходила никогда ни с одним ребенком, что была 41-я неделя. Вернее, завтра уже вот в воскресенье будет 41. И я так никогда не ходила. 39 это максимум до 40 недель дотягивала, и все. И я уже отстрелялась. Ну ничего. Ну, значит, так он хочет. При том, что воскресенье Троица, большой церковный праздник, может, хочет он на праздник, что ему там, или у мамки так хорошо, не знаю, вот, а так вчера отпасли хорошо коров, вчера наш день был, в принципе, все мы переделали, ну, как в селе всегда, ну, это не село, я говорю, это пригород, но я имею в виду в частном доме с хозяйством, всегда много работы, вчера мы с Эдди ездили в школу, делали откосы, просили дверные откосы. Там работы немного было, только уголки приклеить сеточкой и зашпаклевать, чтобы они там ремонт сделали. Оформила Ксюшу уже в первый класс, написала заявление, все. А в связи с карантином мы не проходим медкомиссию, что очень тоже радует, что не надо по этим больницам бегать. Вот. Единственное, что принести надо будет документы о прививочках, что мы прививки делаем, и нам нужно будет еще там копия свидетельства о рождении и там еще какой-то документ, и все. То есть, как бы, минимальный пакет. Вот. И ребята у меня закончили школу. Анька, Анюта, можно сказать, на отлично. Там некоторые оценки. Ну, хорошистка, высший балл. Лёшка немножко похуже. Ну, я считаю, что пятый класс – это не столь сильно важно. Главное, не двоечник. Там
если на русский перевести 3-4. Вот. Ну, больше четверок, чем троек, конечно. Ну, немножко он расслабился на этом карантине. Вот. Ну, ничего. С учительницей поговорили, она сказала, мы его подтянем. Все равно всех детей будут подтягивать, потому что этот карантин, дети многие не понимали, что от них вообще хотят с этими тестами, с этим всем. Немножко не сориентировались. Но это такое дело. Вот. И делали, переводили курей мы с гаража в сарай основной туда к корове. Вчера Эдя сделал курятники. Бройлеров я переселила в другой. Бройлеры это вообще, это не птахи нам попались, а вообще, я не знаю, какой-то кошмар. То есть им уже почти месяц, а они такие как будто недельные. Я просто как-то брала, и за неделю они мне точно такие же вырастали, как вот сейчас за месяц. То есть какая-то то ли порода такая у них, то ли что. Немножко заспанная, потому что всю ночь крутилась с этими схватками, тяжестью в животе. Не хочу я ехать туда. Перескочила опять тему. В ночь они никогда не принимают. Ну, когда уже, конечно, экстренно. А так они всегда что-нибудь наколят, а потом лежит там. Не хочу. Вот. Поэтому немножко я так плохо спала в эту ночь. Вчера была шикарная погода. Так у нас дожди идут. Сегодня тоже опять утром дождь. Ну, такой мелкий. Вот. А так у нас все хорошо, замечательно. Все растет. Чуть потеплело. А то огурцы у нас взошли и сидят на месте. Так же самое кабачки. Картошка, слава богу, нормальная. Еще немножко окучить ее и все. Вот. Так что вот такие дела. Буду, наверное, уже все. Я так надеюсь, что следующий уже будет наша встреча уже в роддоме или по пути туда, потому что хочется уже быстрее. У меня племянницы родили, у меня соседки мои все родили, хотя сроки были одинаковые. Вот. А я еще хожу. Вот я хочу сказать, что мне не очень сильно тяжело ходить. Какой-то животик маленький, удобный. С девчонками я вообще еле переваливалась. У меня такой живот был огромный. А этот такой какой-то аккуратненький. Я, правда, не знаю, вес какой будет. Но я так думаю, до 4 килограмм, не больше. Потому что я смотрю по себе просто. Если с Василиса у меня была 4,550, то там я, конечно, была коробок вообще необъятный. А здесь аккуратненький, маленький. Я так думаю, до 4 килограмм будет, если я не ошибаюсь, конечно. Мало ли. Вот. Ну, дай бог. Мне без разницы, какой вес. Главное, чтобы здоровенький был ребеночек. Вот. Так что все замечательно. Все прекрасно. Моя пшеница растет. Сейчас коровок выгоним. И усё. Нас завтракает у нас перед тем, как сейчас коровки все пойдут. Ой, сегодня мошкары столько. Немножко она у меня замазалась. Ну, а так чисто. Извините, что зад показываешь. А так вроде чисто. Единственное, что напрягает, что уже она, ну, сколько у меня, еще не гуляла. Но я так думаю, что придет час, когда она погуляет у меня. Ну, вот. Она чистенькая у меня, при том, что она чистоплотная. Сама корова по себе чистоплотная. Коровкой довольна. Молоко. О, уже коровы пошли. Давай. Ходи, 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 моя дорогая. Коровки идут, все. Она позавтракала. Говорит, хватит жрать, иди. Знаете, здороваются все коровы. Такие вот насесты. Такие вот у нас кубла здесь. И там, где у нас были бройлеры. Здесь тоже вот мы поставили. Эти поставил. Он занимается курями. Это его
стезя. Если мои коровы и все остальное, то его это куры, он прям балдеет от них. А это мои бройлеры, вот эти вот несчастья. Просто несчастье, потому что им месяц, а они маленькие вообще, цыпленята. И не хотят они расти, видимо, порода такая. У знакомого месяц, то там такие уже под 1,5–2 килограмма нормальные, а это он в ладошку. Ничего, что-нибудь да вырастет. Друзьяшки идут на поле. Рано утром. Рано. Как рано утром? 8:30? Для меня это рано. А, я поняла, для нее это рано. Вот. Я еле иду. Еле дышу. Мне еще сопать. Капец. Ну ладно. Отсыпаем, потом дальше можно будет уже что-то думать. На ветру. Все, мы свою отсапали. Хорошо, что нам сделали все это ленивой сапкой, конем. Расскажи, как ты дожилась до такого из москвички. Превратилась в селючку. Ну, это просто. Берешь сапки в руку и работаешь. Я поняла. Я поняла, что тебе это в удовольствие. Вот. Так что мы досапали. Один отец нам все это. Главное быть с ним на поле. Чтобы он видел, что вы хотите работать, усердствуете, и тогда все хорошо. Если начинаете возмущаться, получается практически скандал. Поэтому я всегда делаю так. Не то, что вид, а работаю, но молча. Даже если кто-то бурчит. Ну, возраст у него уже такой. И он сам такой хозяйственный мужик с конем. Чего? Картошка? Это где ты картошку видишь? Это бурьяны. Вообще-то это не картошка. Но она заросшая, ее просапывать надо. Тут картошки не видно практически. Это не картошка? Это не картошка. Она не вот, прополота, она прямо. Она не прополота. Картошка, вот я тебе хочу сказать. Блин. Называется найти в этих бурьянах картошку. Нет, это не картошка, это сорняк. Вот картошка, видишь там? Вот картошка. Вот картошка. Нет, это все высапывать надо. Вырывать, прорывать. Вот это вот все надо прорывать. Видишь? Вот это вот картошечка, видишь? Вот это вот картошечка. А это все остальное просто под трактор посажено. И теперь это все прорывать надо. Вычищать, просапывать. Так что здесь работы ого-го. Есть такие насадки в тракторе. Называются ежи. И вот когда вот так вот трактором посажено картошка, то вот этими ежами оно получается много-много-много как бы иголочки, такие диски, на дисках такие штучки на наваренные. И оно получается и сразу рыхлит, сразу нас говорят, обгортает, ну то есть насыпает горочки вот эти все. И получается чистит. Да, да, вот так как нам делали. Проходили дисками этими ежами и все. Получилась картошка чистая. То есть сапать не нужно. Вот. Картошечка, все. Но трактора сюда зайти не могут, потому что тут очень много воды. Земля очень мокрая и грузнут колеса. Так что вот такое вот. Thank you.
цветочки, если их высушить и добавлять в чай, они идут как успокоительные. Деткам заваривают чаечек вот, маленьким, которые плохо спят ночью. Их заваривают, и детки хорошо спят. Темка, Васильки для Василисы? Красивые? Ай, на деде. Цветочки? Ага. Это накатал? Да? А понюхай, как они вкусно пахнут. Thank you.